Мы видели информацию о сопровождающихся вспышками насилия, акциях протеста у российских дипучреждений на Украине. Мы призываем людей на Украине выражать свой протест мирно. Мы также призываем украинские службы безопасности выполнять свои обязанности в соответствии с Венской конвенцией о защите дипломатических и консульских миссий. Между тем, появилась, наконец, и реакция украинского МИДа. Случайно или нет, но практически одновременно с Госдепом США ведомство признало, что подобные акты вандализма недопустимы. Правда, прямых слов осуждения в официальном заявлении все же нет. Напомню, нападения на диппредставительство России начались в ночь на 6 марта. Сначала неизвестные повредили битыми посольские машины в Киеве. Позднее здание миссии забросали яйцами, камнями. На первом этаже разбили стекла. Кроме того, на территорию кидали бутылки с коктейлями Молотова. Досталось и российским консульствам в Одессе и Львове. Москва направила ноту с требованием наказать виновных.